Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Включен режим полива. Хорошо, что ты цела. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видела. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулы, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске.
Внимание! В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Зона невесомости. Зона гравитации. Мы не можем добраться до спасательных шлюпок. Алло? Эй!